питерских подыхов. Да, да, да. Вот он здесь был в лагере. Рафит вот его выкупил. Корпуса какие-то были. И вот от этого начал отталкиваться. Это уже Такман? Нет? Да, это все Такман. Это вот мы уже... Сейчас еще машин мало. Буквально там через пару часов вот это все уже будет, наверное, будет забито. Потому что, как правило, вот это все занято. За Орленка, да, получается, по дороге, по трассе. Как она? Ролины? Ну, она уже не ролинная. Ну, бывшая ролинная трасса. Да, да, из Огонька. Тоже на горнолыжный, получается, курорт Такман, да? Да, Такман. Для любительского тоже, в том числе. Ну, нет, здесь соревнования проходят. Здесь, кстати, и сноубордисты здесь тренируются. Ага. У него сын, Женька, он в сборной России по сноуборду, он постоянно здесь тренируется. У него это у Рафита? У Рафита, да. Рафита, сын Женька. Здорово. Герой Хасана. Тут три подъемника, 10 раз. Пермяки пока доберутся, пока доедут. Что до Перми 2 часа езды. Вот где-то обычно там к 12 к часу все на подъемник толпа. Вот мы всегда местно ездим либо до 12 кататься. С утра приехал, откатался. Домой съездил, покушал, поспал, вечером часов 6 еще до второй катания. Понятно. Снегочиститель свой. Ротрак называется. Ротрак. Да, серьезный у него это. На гоньке два таких. На гоньке два таких. Ну, это вот для чайников самая пологая трасса, для начинающих, для чайничков таких вот. Тут тюбинки на таблетках катаются. Здесь подъемники платные, да, получается? Скипасы? Да. Ну, либо разовые, либо скипасы. Да. Такман. Горнолыжный курорт. Снегоходики. Там Вильва река проходит. Вдалеке она идет. Тут долинка такая. Вон еще один подъемник и вон еще третий. Красиво. А те лагеря уже заводской, железнодорожный, они дальше туда. И наш муниципальный лагерь тоже там. Тоже там. Да. Ну летом тут дорога, все открыто. Зимой-то это туда не ездит. Раз свободная, приезжай, катайся. Горнолыжный курорт Такман. Город Чусовой, Пермский край. Три подъемника, 10 трасс. Река Вильва. Недалеко от ПГТ Чусовой. Для
Вот наушники уже идут. Там написано Туркмен. Так, вот трасса для начинающих, а там уже трасса посерьезнее. Так мало еще написано моментом. И тоже лыжник пошел. Подъемничек такой. Подтягивает, вон люди поднимаются, под попничек, скажем так, на тросики. Так, учебная трасса направо, снегокаты, прокаты, кафе налево. Такое тут неплохое кафешко. Трасса сама. Вот так вот примерно. Горнолыжный курорт. Администрация. Сюда можно поставить лыжи и пойти погреться чайком, перекусить. Вот такой вот с открытым стеклом верандочка, трасса веранда, хороший вид. Вид и правда обалденный. Вот где она зима. Вот, ребята, где зима. Пермский край. Горнолыжный курорт Токман. Спуск на подъемник. Нормально? Ближе, чем в губах. Вот такой вот сказочный зимний вид. Ну, лыжники пошли. Снежок вот на доске здесь, на сноуборде.